Приход весны – еще не повод убирать лыжи и палки в кладовку. На учебно-тренировочной базе «Корта» завершился второй тур чемпионата Республики Мариэл по лыжным гонкам. Более 100 участников со всей республики проверили свои силы на лыжне. Отмечу, первый тур проходил в январе в Волжске. Чемпионат – один из этапов по определению сильнейших спортсменов региона. На чемпионате Республики Мариэл у нас участвуют 50 женщин и 86 мужчин. Дистанции у нас свободный ход. Мужчины стартуют 10 километров, девушки 5 километров. Второй день соревнований – эстафеты среди коллективов и районов. Чемпионат республики по лыжным гонкам – это своеобразное подведение итогов прошедшего зимнего сезона. Лучшие спортсмены определены в личных и командных зачетах, а также по районам.